Спальный район, улица Гагарина. У мэра сразу же претензии к владельцу одного из магазинов. Рядом много окурков. А ведь по правилам благоустройства, принятым на курорте, 10-метровая зона вокруг любого коммерческого объекта – это зона ответственности предпринимателя. Владельцу торговой точки грозит штраф за антисанитарию. На улице курить у нас нельзя. У нас курортная зона, рекреационная зона. Они же не могут человечески. Я же говорю, что стоит, если здесь будет курить, вот бросают. У мэра претензии и к состоянию тротуарного покрытия улицы Гагарина. Во многих местах оно пришло в негодность, хотя с момента укладки плитки не прошло и 2 лет. На ремонт отведена неделя. В этот же срок все зеленые изгороди должны быть подрезаны, а где требуется, высажены новые кусты. А вот собственниками коммерческих объектов, которые не ухаживают за зелеными зонами рядом со своими магазинами, кафе, салонами, по мнению мэра, разговор должен быть коротким. Не считают нужным благоустраивать курорт, значит, не хотят здесь работать, считает Анатолий Пахомов. Вот эти все пристройки, они могут быть снесены сейчас по новым законам. Потому что 222-я статья нам позволяет, даже если собственность... Так, с улицы Гагарина по распоряжению мэра в ближайшее время исчезнут 3 торговых павильона. Их в свое время построили на месте зеленой зоны. Много претензий и к управляющим компаниям, которых нанимают собственники домов, поддерживать чистоту и порядок не только в подъездах, но и вокруг их домов. Но обход показал. Территория около жилых домов в мусоре. На некоторых фасадах 5-этажек, по словам Анатолия Пахомова, впору снимать фильм о жизни пауков. Штрафы, уверен мэр, должны заставить коммунальщиков и руководителей ТСЖ изменить отношение к своим обязанностям. Это же не годится, когда торговый объект, куда люди ходят, там паутина висит, грязные витрины. Ну разве так делается? Это тот город, который практически претендует на лучший город в Европе. Такое большое количество к нам гостей сейчас приезжает. Ни в коем случае нам нельзя упасть лицом в грязь. Нам обязательно надо всем вместе, как мы умеем, сочинцы, это делать, значит, взяться и привести к идеальному порядку. Всем коммерсантам в ближайшие дни будут розданы предписания о наведении порядка на их территориях. Что касается парков и скверов, то их благоустройство по требованию главы города должно завершиться до конца марта. Лена Всецна, телекомпания ФКТ. Людям же не объяснишь.